Привет, Мегаспорт! Здравствуй, Москва! Физкульт, любители фигурного катания! Мы рады приветствовать вас на открытии нового сезона. И это будет безизбежно роскошно. Лето пролетело, наступила золотая осень. И я вижу в этом только один плюс. Ведь наши не менее золотые фигуристы возвращаются на соревновательный лед. Сегодня в Мегаспорте вы увидите самых лучших фигуристов нашей страны. Да, уж мы посмотрим, как кто провел лето, как кто подготовился. Кто-то, может быть, тренировал новые четверные прыжки, а кто-то сегодня будет прыгать одинарный Ридбергер с легкой одышкой. Или наденет костюм на размер побольше, потому что тренировал он не только прыжки, а еще и готовку шашлыков. Максим, ну не выдавайте все секреты, пожалуйста. Хорошо, не буду. Но сегодня точно будет на что посмотреть, за кого поболеть. На дворе осень, а у нас здесь, в Мегаспорте, настоящий праздник лучшего в мире зимнего вида спорта. Это не чудо. Чудо. Это ты, Алиночка. Ведь мы остаемся самими собими олимпийскими чемпионами. Алина Закитова! И Максим Драньков! Встречайте на льду участников первой группы. Елизавета Худобердиева, Егор Вальдин. Софья Леонтьева, Даниил Горелкин. Екатерина Миронова, Евгений Устенко. Елизавета Шанаева и Павел Гроф. Разрешена пятиминутная разминка. Привет, Мегаспорт! Это фигурное катание, новый сезон! Мы начинаем! Мы начинаем в вашей прекрасной компании смотреть за лучшими фигуристами страны. И за ними сегодня будут наблюдать также и наши уважаемые специалисты. В частности, я надеюсь, что вы очень рады приветствовать и всех членов нашей федерации. И, конечно же, наших любимых тренеров и наших фигуристов. Елизавета Худобердиева с Егором Базиным начинают новый сезон в статусе действующих чемпионов России. А также в качестве спортсменов группы Александра Жулина, тренера, который, возможно, лучше остальных в России, знает, как работать с теми, кто уже добился успеха, и с теми, кто этого успеха стремится достичь. По мнению Лизы, даже эти несколько месяцев, что тренеры и фигуристы работают вместе, приносят плоды. В частности, сейчас она так отзывается о партнере. Егор очень преобразился, он стал таким свободным, расслабился, успокоился и поверил в себя. Понял, что он классный. Дуэт почувствовал вкус большого успеха и теперь стремится стать первым в любом турнире. Но не забывает и про жизнь вне катка, ведь Егор всерьез занимается компьютерными играми. Накануне Универсиады 2019 года он поучаствовал в турнире по доте в составе команды фигуристов, которая уступила лишь красноярским геймерам. Второй стартовый номер сегодня у Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина. Дуэт только выходит во взрослые, однако является опытным, скатанным и готовым к новым свершениям. Партнеры 5 лет катаются вместе, тренируясь в группе Ирины Жук и Александра Свинина. Софья, к слову, могла стать балериной и даже собиралась поступать в Вагановское училище в Санкт-Петербурге, где ей отказали по причине плохой стопы.
Даниил, в свою очередь, чем только не занимался. Футболом, хоккеем, карате, баскетболом, фигурным катанием. И случалось, что всем в один день лед перевесил. И занятия спортом не мешали Даниилу учиться. Он углубленно изучал английский язык, а школу окончил с золотой медалью. Пара серебряные призеры первенства России среди юниоров. Сильнейший петербургский танцевальный дуэт Екатерина Миронова и Евгений Устенко продолжает экспериментировать с программами. В прошлом сезоне они представили публику программу на музыку из фильма «Дюна», а в новый сезон фигуристы вступают с танцем, поставленным на саундтрек к фильму «Форма воды». Эту музыку партнерша предлагала в качестве соревновательной еще годом ранее, но тогда выбрали «Дюну», а музыку из этого фильма Екатерина нарезала сама. Прослушала все 5,5 часов, из которых 90% звук пылесоса, и за пару месяцев собрала танец. Тренирует дуэт мама Екатерины Елена Соколова. В прошлом сезоне спортсмены заняли 5-е место на чемпионате России и стали первым дуэтом из Санкт-Петербурга, попавшим в сборную страны. В свой 2-й сезон вступают Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Для Павла Лиза уже 6-я партнерша, ведь он самый опытный действующий спортсмен в наших танцах после Ивана Букина. Сейчас Павел не только выступает сам, но и тренирует петербургских юниоров. Говорит, что возраст и опыт дают ему возможность добавить в танцы так называемого мяса. Павел из Питера и, как каждый петербуржец, неравнодушен к грамматическому искусству и балету. Изучает сразу 3 языка – итальянский, испанский и французский. В минувшем сезоне эта пара стала 2-й на чемпионате России и выиграла серебряные медали в финале Гран-при. Тренируется в группе Александра Жулина, у которого подбирается самый представительный коллектив в начинающемся сезоне. Идет последняя минута разминки. Ну а теперь давайте поприветствуем и наших уважаемых тренеров. В частности, в зале присутствует заслуженный тренер России Татьяна Анатольевна Тарасова. Спасибо, Татьяна Анатольевна, за ваше творчество, за вашу жизнь, за все, что вы делаете для нашего фигурного катания. Разминка закончена. Просьба покинуть лед. Действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева, Егор Базин. On you, I give you all the
Елизавета Худайбердиева, Егор Базин. Лиза, Егор, с почином, проходите, пожалуйста, какие к нам. Вы вставайте красивые. Лицом в зал. Все ведь должны видеть такую красоту. Ребят, в том году вы задали огромную планку. Расскажите, пожалуйста, вашу задачу на сезон. Во-первых, мы поменяли тренерский штаб. Наша задача сейчас поменяться. Мы стараемся это сделать, улучшить свое катание, чтобы оно было раскованней, по-настоящему мастерским. Вот, и пока мы идем по плану, втягиваемся в сезон и надеемся, что к чемпионату России придем на свой пик. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Замечательно. Отлично. Но вам сегодня выпала честь открывать контрольные прокаты сборной команды России 2023 года. Поэтому я вас попрошу дать какие-нибудь напутственные слова всем нашим ребятам, которые будут выступать после вас. Это начало сезона. Это контрольные прокаты, поэтому, ребята, получайте удовольствие, катайтесь и показывайте все, что вы наработали на данный момент, и кайфуйте. Я согласна с Егором абсолютно. Спасибо, спасибо большое. Ребята, вы настоящие красавцы, удачи в сезоне. Спасибо.
Софья Леонтьева, Даниил Горелкин, Москва. Ребят, какие молодцы. Вы яркие. Спасибо за такой прокат шикарный. Пожалуйста, проходите, вставайте в зал лицом, чтобы все видели такую красоту. Вообще танцы, я ничего в них не понимаю, но смотреть это просто божественно. Одни краше других. Ребят, чем будете удивлять в этом сезоне? Может быть, какими-нибудь суперкрутыми элементами, костюмами, может быть, музыкой оригинальной или эпатажным поведением? Можно удивлять сразу всем. Всем? Всем. Полностью всем. Ребята, у вас первый взрослый сезон, правильно? Что вы хотите сказать вашим болельщикам, вашим зрителям? Как вы хотите, чтобы вас поддерживали? Мы очень вас всех любим, это во-первых. Огромное спасибо Мегаспорту за поддержку. И мы будем стараться делать все, чтобы... Радовать и себя, и публику. Ребят, поделитесь, пожалуйста, своими секретиками, как вы справляетесь с нервами перед прокатом. Смотрим друг другу в глаза. Все? Да, и успокаиваемся сразу. Все. Браво, понятненько. Ребят. Секреты держите при себе, а то ваши соперники будут их использовать. Удачи в этом сезоне. Ждем вас завтра в произвольном танце. Спасибо большое. На льду Екатерина Миронова, Евгений Устенко. The most precious.
Екатерина Миронова, Евгений Устенко, город Санкт-Петербург. Ребят, ну, с почином поздравляем вас. Первый прокат при зрителях. Вот сюда проходите. Спасибо. Ребят, скажите, пожалуйста, что нельзя делать в баре во время проката? Вот категорически. Не думать о прокате. Самое очевидное. Ты должен показывать свою программу, ты должен катать на зрителей и взаимодействовать с партнером. Это самый важный критерий. Нельзя спать. Да, тоже верно. Что бы вы хотели оставить в прошлом и не брать с собой в этот новый сезон? Давайте перечислять. Все негативно из прошлого сезона. Стресс. Да. А стресс и негативное – это одно и то же? Да, это похоже между собой. То есть самое главное – без стресса пройти ровненько весь сезон. Или, может быть, все-таки нужно повысить планку, рвануть, обыграть соперников, которых никогда не обыгрывали? Самое главное – от старта к старту совершенствоваться самим собой и соревноваться в первую очередь с собой, а не с кем-то с другим. Чего я вам и желаю в новом сезоне. Ребят, мы видели тизер вашей произвольной программы, поэтому мы в предвкушении. Да. Все. Увидимся завтра. Спасибо. Спасибо большое, ребят. Если представить, что пара – это какой-то из месяцев лета, то эта пара точно июль. Елизавета Шанаева, Павел Дрозд.
зажигательные. Елизавета Шанаева, Павел Дрозд. Лиза, Паша, молодцы. Какие же вы яркие. Проходите скорее к нам, вставайте лицом к зрителям и отвечайте на наши вопросы. Давай я подержу твоих зайцев. А у вас реально красивые очень костюмы. Скажите, пожалуйста, вы вместе выбирали или по отдельности? С тренерами, может, советовались? Ну, конечно, мы советовались с тренерами. И главное, что и нам, и тренерам, и судьям понравились костюмы. В этом сезоне у нас тема «Ритм танца» — это годы 80-е. И, конечно, мы обсуждаем концепцию, чтобы это было в духе времени, и в то же время, что подходило для льда. Ребят, первое появление на публике. Как мне показалось, катались здорово. А как сами чувствуете, все ли смогли передать своим танцам, или, может быть, что-то забыли дома сегодня? Все с собой взяли. А ты, Паш? Да, мы, безусловно, сегодня постарались взять все с собой. Мы очень рады были открыть сезон здесь, представить наши новые программы дорогой публике. Очень надеемся, что им понравилось. Мы честно старались. Как мы можем слышать, им, конечно, понравилось. Спасибо, ребята, увидимся завтра. Александра Степанова и Иван Буги. Софья Шевченко, Андрей Ежлов. Анабель Морозов, Игорь Еременко. Александра Прокопец, Александр Васькович. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Разрешена 5-минутная разминка. Сегодня на контрольных прокатах у нас уникальная ситуация, ведь здесь выступит одновременно два дуэта, являющиеся непобежденными чемпионами России. Двукратные чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин пропустили предыдущий сезон и возвращаются спустя полтора года. Взяв паузу после окончания олимпийского сезона, Александр и Иван оба успели стать родителями. У Вани еще до игр родился сын Артем, а Саша всего за полгода до контрольных прокатов родила дочку Киру. Ну и, кстати, сегодня, 16 сентября, у Ивана Букина день рождения. Спортсмену исполняется 30 лет! Абсолютно новая танцевальная пара — Софья Шевченко и Андрей Ежлов. Дайте нам Софью Шевченко в кадр, пожалуйста. Это Набель Морозов с Игорем Еременко. А вот и Сонис.
Андреем. Год назад Соня объявила о завершении карьеры и начала работать тренером, но в апреле 2023-го решила возобновить активные выступления. Спортсменка призналась, что через шоу и тренерство стала иначе смотреть на фигурное катание, и к ней вернулась любовь к этому виду спорта. Про партнера Сони известно меньше. В 16 лет он, будучи одиночником, ушел из спорта. Сейчас отдохнул, понял, что без выступлений не может, и вернулся, решив попробовать себя в танцах. Умеет делать сальто на льду. Тренируется в группе Илья Вербуха и Елены Масленниковой. Еще один новый дуэт, составленный из спортсменов, которые совсем недавно катались с другими партнерами. Аннабель Морозов и Игорь Еременко. Аннабель – дочь известного тренера и постановщика Николая Морозова. В 2016 году встала в пару с Андреем Багиным, с которым каталась на протяжении 5 сезонов. Игорь – чемпион России среди юниоров в дуэте с Софьей Шевченко. Когда пара распалась, как и бывшая партнерша, стал пробовать себя в тренерском деле. В группе Илья Вербуха и Елены Масленниковой. Считает, что быть тренером – это призвание, но сам никогда не хотел полностью уходить в эту профессию. Занимаются фигуристы в группе у Анжелики Крыловой. Такое количество изменений в российских парах, что даже наши операторы еще не всегда успевают сориентироваться. Сейчас на ваших экранах Александра Прокопец и Александр Васькович. Они, как победители чемпионата города Москвы 2022 года, начинают второй совместный сезон. Первый год у учеников Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой ушел на налаживание творческих связей и так называемое скатывание. И пусть основные победы еще впереди, этот серьезный тренерский коллектив позволяет говорить о скором прогрессе дуэта. К тому же, когда еще врываться вперед, как не сейчас, когда многие пары соперников только создаются, и тем обязательно потребуется время на притирку. Александр Прокопец, Александр Васькович! До конца разминки осталась 1 минута. Завершает калейдоскоп перемен в российских танцах на льду дуэт, который тоже образовался только полгода назад. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный сменили не только партнеров, но и тренеров. Ими стали Денис Самохин и Мария Боровикова. Ирина встала на коньки вслед за старшим братом, которого родители возили на хоккей. А Дэвид, фигурист которого вполне можно назвать уникальным. В танцы он пришел в 6 лет и так и не попробовал себя в одиночном. А вот после спорта он видит себя в кино. Ну, когда-нибудь. Однако же точно не сейчас. Ирина Хавронина, Дэвид Нарижный. Внимание, разминка закончена. Просьба покинуть лед. Сейчас на льду появится одна из самых опытных танцевальных пар. Настоящий пример для подражания. Ваши любимые Александра Степанова и Иван Букин.
life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Самые лучшие, самые красивые, самые любимые. С возвращением, Саша и Ваня! Давайте еще раз поприветствуем наших замечательных чемпионов, которые не побоялись и вернулись. А еще сегодня у Ивана Букина юбилей. День рождения! Всего лишь тридцатник! Сколько у тебя еще впереди, дружище? Поздравляю тебя! Давайте все вместе на счет три! С днем рождения! Раз, два, три! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения, Иван Букин! Молодцы, ребята, мы очень рады были вас вновь видеть на этом соревновательном нашем льду, в нашем любимом мегаспорте. Да, ребята, я бы хотела спросить у вас, откуда вдохновение, откуда новое дыхание? Может, это после рождения дочки? Мы изначально не собирались заканчивать, просто никто в это не верил. Вот, поэтому мы очень хотели, очень ждали сегодняшнего дня. Нет, я хочу сказать, что мы все верили, весь мегаспорт верил в вас, поэтому спасибо большое, что вы нам показываете такое прекрасное катание, мы очень рады вас вновь видеть на льду. Ребят, ну у меня такой вопрос, в танцах черт знает что творилось без вас. Дайте совет, напутствие молодым парам, которые, конечно же, смотрят на вас. Как вообще сохранить такую партнерскую верность? Во-первых, я хочу поблагодарить всех. Спасибо вам огромное. Кто ждал, кто верил, спасибо вам огромное. Это было очень приятно выступать сегодня здесь. А про твой вопрос, я думаю, что все-таки это больше отношения в паре. Для меня это
Саша и мы, вот мы с Сашей, у нас есть четкие отношения, очень добрые, дружеские, братские. Мы друг друга очень сильно уважаем и любим. А мы любим вас. Спасибо. Спасибо, ребят, увидимся завтра. Наша следующая пара, которая выйдет на лед, все лето подогревала к себе интерес. Не только тренировками, но и совместными фото. Поймаем их после выступления и обо всем расспросим. А пока, внимание на лед. Софья Шевченко, Андрей Ежлов. Софья Шевченко, Андрей Ежлов. Поддержите, пожалуйста, этих ребят еще, потому что они только-только встали в пару и уже так здорово и зажигательно катаются для вас.
Ребят, вы большие молодцы, мы вас ждем скорее, скорее уже к нам. Так хочется с вами познакомиться, поговорить. Кого-то из вас мы вообще впервые видим. Меня Максим зовут. Очень Алина? Приятно. Тут мы знакомы уже. Поздравляю вас с этим замечательным выступлением. С дебютным выступлением, потому что вы первый раз дебютировали в роли пары уже. Вообще, расскажите про свои ощущения. Соня, я вообще знаю, что ты закончила сначала карьеру и опять возобновила. Как это можно сделать? Подскажи, пожалуйста. Это можно сделать, поняв, как сильно ты любишь фигурное катание. Действительно, за это время я это осознала в полной мере, и я хочу кататься, хочу вас радовать. Спасибо всем большое. Спасибо большое нашей федерации за возможность быть здесь. Спасибо моей команде. Я очень счастлива. Спасибо зрителям, которые поддерживают нас. Спасибо. Ребят, мы будем за вами следить весь этот сезон. Желаем вам только удачи, успехов, гладкого льда. Выходите, радуйте, доказывайте. Здорово, что ты вернулась. Здорово, что у тебя такая замечательная партнерша. Спасибо. Спасибо большое. Знаете, иногда мне кажется, что я работник ЗАГСа, потому что мимо меня на огромной скорости мелькают красивые пары. Ну и вот еще одна. Аннабель Морозов, Игорь Еременко. Another one bites the dust.
давай тут сделаем вот это вот. Анабель Морозов, Игорь Еременко. Еще одна вновь образованная пара. Анабель, Игорь, давайте уже скорее к нам. Нам уже не терпится вам позадавать вопросики. Ребят, ну, расскажите нам, пожалуйста, про свои впечатления. Довольны ли вы прокатом? Да, мне кажется, для первый раз неплохо откатали. Сейчас будем работать над чем надо работать. И я просто рада, что вместе катаемся и что все пока получается хорошо. Я очень рад вернуться на соревновательную арену. Почувствовать этот кайф, заново выступать перед зрителями. Спасибо вам огромное, Мегаспорт. Ребят, я вас просто хочу поздравить с возвращением. Анабель, тебя с новым прекрасным партнером. Спасибо. Игоря с возвращением на лед, на соревновательный вид тоже. Закончил карьеру и вернулся. А как ты принял такое решение? Не смог отказать такой замечательной партнерше? Конечно. Мне Анабелька позвонила и сказала, все, бегу. За коньками и к тебе. Ну тогда бегите, снимайте коньки и готовьтесь к завтрашнему спасибо выступлению. Большое, спасибо. Профессионализм, красота, целеустремленность. Все это объединяет наши танцевальные дуэты. И следующая пара, лишнее тому подтверждение. Александра Прокопец, Александр Васькович.
Александра Прокопец и Александр Васькович. Ребят, спасибо большое. Давайте встанем лицом к зрителям. Скажите, пожалуйста, что вас больше мотивирует? Аплодисменты зрителей или довольная улыбка тренера? Ну, зрители, конечно. А тренер? Естественно, тренер тоже. Ребят, Александра и Александр. Я даже опешил перед объявлением твоей фамилии. Знаешь почему? Потому что подумала, можно ли между вами встать и загадать желание? Конечно, можно. И это сработает? Наверное. Тогда я встаю между вами и загадываю желание, чтобы этот сезон стал самым успешным для двух прекрасных Александров. Александра и Александра. Да, спасибо большое, ребят. Спасибо, ребята, удачи. Ирина Хавронина, Дэвид Нарижный. We'll be right back.
Ирина Хавронина, Дэвид Нарижный. Открою вам секрет. Я за этими ребятами следил все лето, и тренируются они не только на льду, но еще и у моря, на песочке. Как же я им завидую. Ребята завершают выступление танцевальных дуэтов. Давайте поддержим их бурными аплодисментами. Ирина, Дэвид, как же здорово вновь видеть вас на льду. С возвращением. С возвращением. Проходите скорее к нам. Ребят, в любой паре важна химия. Вот что вы бы себе поставили по химии? Вот сюда, вот так вот, вот так, да. Если по химии между нами, то точно 5 с плюсом. Аналогично. Настоящие отличники. Хавронина Нарижный, новая пара, пятерочники. Да. Какую оценку поставите за прокат? Ну, четверочка. Где-то четверка. А в чем не дотянули, как вам кажется? Ну, здесь недочеты. Будем работать. Никому не говорим. Мы желаем исправить все ошибки и уже в соревновательный сезон войти на все 100 настоящими лидерами сезона. Удачи вам, до завтра. Пока-пока.